Кость, поздоровайся со всеми. Не знаю. Пиво, блин, сидим, попиваем. Наконец-то диван пришел. Костя мучается с машинкой. Он мне болты снимает эти. Просто транспортировочные. Там 4 болта должны быть такими длинными, да? Гвозди такие длинные будут, да? Да у меня тоже руки ослабли. А твой подарок? Твой подарок. Ты мне машинку подарил, Кость. А видео зачем стер? Зачем видео удалил? Это же на какую великую память было. Там столько было эмоций. Я снимала. Благодарила тебя. Спасибо говорила. Хвалила. Мужикам даже настаивала, чтобы мужчины подарки тоже своим женщинам делали. А как же? Надо женщин любить. Может, и не надо? Я не знаю. Напишали бы мне кто-нибудь. Никто мне что-то не пишет, Кость. Прикинь. Вчера отослала 4 видео, как мы линолеум стелили, да? Про скатер вот отослала. Туда-сюда. Про уборку на кухне, туда-сюда. Там лялякала с ними, разговаривала. Никто не написал. Прикинь. Написали только там, ну там, так. Ну знаешь, да, о чем я говорю там, Кость? Кто написал там, ну, и все. Ты меня слышишь? И все. Ну что там, за болты покажи. Да это же не верю, как они достаются. Угу. Там надо откручивать. Ты уже открутил нахрен. Угу. Он прокручивается. Вот бы они подсказали бы, как их снять в камере, да? Да. Ой, ребята, не знаю. В общем, делайте подарки своим близким, друзьям и так далее. Только все, чтобы было в норму. А то заподарите, блин, на шею сядут. Да, Кость? Кость, кальмары вкусные. Угу. Не зря купила вот такие. Сейчас покажу. Надо диван показать им. О, смотрите. Вот. Пачка стоит 139. Ребята, сегодня в Анапе была. Где? Покажи, что за болты. А, это такие. У меня на машинке были другие в Питере. Вообще такие гвозди были, такие здоровые. Ты заглушки поставишь там? Их 4 должно быть? Да. Аккуратно. Кость. Выбрасывать можно, в курсе. Через какое-то время я их выброшу. Ребят, что с ними можно с этими болтами сделать? Напишите. Если переводить машинку, находишь. А, барабан. Да? Куда? А, ты хочешь себе еще что-нибудь? Надо. Я еще хочу квартиру купить, ребят. Сейчас вам покажу диван. О, смотрите. Еще в клееночке такой, знаете, муха на нем даже. Еще. Неблась. Угу. Да. Вот. Смотрите. Посмотрите, какая погода. Какое солнышко. Сегодня 22 градуса, вон море. Потом поеду на море. Была сегодня в светофоре. Надо показать покупки, да? Ребят, там вообще такая фигня, ничего что-то не купить. Может, где-то у кого-то какие-то светофоры есть лучше в городах? В Анапе что-то как-то так. Купила 2 куска сыра без заменителя жира. Якобы натуральные. Там есть светофоры с заменителем жира. Я купила натуральные. Пиздец. Охереть. Ты машинку сломал? Я пробку уронил туда. Куда? Под крышку, блядь. Да похуй мне. Почему ты все вещи ломаешь, Кость? Да я что знаю, она какая-то резиновая, ну дырка, короче. Я не знаю, она тут из головы улетела.
Вот сюда. Вот туда. Угу. На пух. Странно. Сейчас, блядь, Кость, ну зачем ты свои тапки раскидываешь, лыжи свои, блядь? Что за лапа, блядь, ебаный в рот? Вот одно дело, вот у меня, блядь, ножка. Так ножка маленькая, блядь, и нормальная. Что там птицы делают? Надо им этот помыть, этот горшочек их, не видите? Там и насыпать еще корма, на раз все съели. Давайте посмотрим, что делает черепаха. Это вот я буду стирать. Вот, видели? Вчера вам уже показывала. Черепаха сидит. Сидит. Да, черепашка? Черепашка, ниндзя. Показать вам, что я купила? Вот купила я сыра 2 куска. Даже вот. В светофоре. В магните было бы дороже. Вот такой желтенький купила сыр. Без заменителя жира, то есть натуральный. Вот желтенький взяла. Вышел этот кусочек на 208 рублей 50 копеек. Спасибо за покупку. Ждем вас снова. Сливочный молодой. Сыр сливочный молодой. Желтенького цвета. И купила еще, знаете что? Это я уже в магните покупала. Морковку по-карельски. Вот такой российский взяла. Сыр российский, вот. И вышел у меня вот такой кусмище. Что, мне Костя, мне некогда, не Олькой. И вот такой 197 рублей 67 копеек вышел. 642 грамма. Тоже спасибо за покупку. Без заменителя жира купила. А этот, знаете, сколько граммов? Сейчас посмотрим, который желтенький. 632 грамма тоже. Классные куски. Килограмм, считай, здесь у меня лежит в холодильнике. Ага. Еще я купила, знаете что? Сейчас покажу вам. Какой пакет тяжелый вообще. Смотрите, что я в светофоре купила. Надо достать. Да надо было сразу достать. А я на камеру достаю. Вот такие кексики, смотрите. Вот там, наверное, только и сладкое покупать. Вот, смотрите, какие кексики. Со сгущенкой вареной. Потом еще вот коробку купила. Сколько здесь грамм? 1 килограмм, Кость. Вот еще кексы. Это поджаристые такие выбрала я. Вот, видите? Выбрала я поджаристые. Тоже со сгущенкой вареной. И вот такие взяла. Смотрите, бомба какая. Это получается 2 килограмма, 2 упаковки. Одна зажаристая, а другая такая. И вот, что я еще взяла. В светофоре. Вот такое. Со сгущенкой тоже вареные. Эти взяла. Кость. Как они называются? Орешки. И тоже 1 килограмм. Давайте с вами посмотрим, сколько они весят. Да, с камерой у меня, конечно, пипец. Надо покупать. Купите мне телефон кто-нибудь. Срок хранения нормально. Печенье сдобное, орешка. Масса не то, 0,9. Орешки 0,9. А эти по килограмму. Смотрите, бомба какая. Потом купила пачку салфеток 13 рублей. Это все стоило 113 рублей. Вот это тоже 113 кексы. И это тоже 113. Вот. Это у меня пачка салфеток 13 рублей. Подкупила вот знаете сколько штучек. Вот таких палочек взяла 500 штук. Кость, палочки ушные 500 штук, прикинь. И всего у меня это вышло 44 рубля, вот эта упаковка. Так, вот такие покупки. Сыр шикарный, да, Кость? Сыр хороший у них.
И вот еще что я купила, покажу в светофоре. Ну, пачку салфеток купила, вы скажете, надо было больше купить, но я, у меня есть еще. Сейчас я на кухню, кстати, отнесу. Взяла я вот такую приправу. Там приправа дешевая, по 13 рублей. Для мяса приправа. Вот такой огромный пакет. Ну ладно, отлично. Жарить там для котлет, для всего, жарить. У меня просто все уже заканчивается. Смесь перцев взяла. Смесь перцев. Тоже большая приправа. Вот. Большая приправа, кстати, упаковка. Угу. Красный остров, черный перец, красный перец душистый. Так, морская соль в ней. Зачем перец солить? Я не знаю. Прикинь, короче, перец добавляет соль. И для супов взяла универсальная приправа магия. Заткнитесь! Натуральные овощи, зелень и специи. Они меня заебали, кстати. Это попугаи уже, знаете. Я уже сама не рада, что их завела. Напишите мне, кстати, что вы про меня скажете. Мне уже все равно, что вы про меня скажете. Вы все равно мне ничего не пишете. Ватные диски я взяла 180 штук. Они меня просто задолбали. Они орут. Орут вот так целыми днями эти попугаи вонючие, бля, и все. И грязь только разводят. И за ними только убирай. И все на все у меня вышло. Ну, короче, вышло там 1200. Ну, там меньше вышло. Это, блядь, магнитовский пакет, я не знаю. 900 с чем-то рублей, блядь, вышло, Кость. 900 рублей вышло. 930. А почему чек там валяется? Чек в пакете за 1200. Магнитовский, что ли? Как вы заебали эти попугаи, уже, блядь, сама не рада, что их завела. Я не знаю. Да-да, иду. Уберу пиво туда. Во-первых, от них грязь от этих попугаев. Вообще пиздец, блядь, короче. Все, машинка вот так. Угу. Я них не стал снимать. Еще, блядь, жрать надо покупать. У меня, блядь, корм заканчивается. Там, блядь, грамм 200 корма осталось. Че, пивасик? Угу. Потом продолжим. Покажи там, что ты сделал? Расскажи ребятам. Слив только подключил. Воду еще не включал. Угу. Угу. Сюда надо будет машинку. Кость. Это покрывалом, да, он посоветовал. Или пофиг, не надо накрывать ее. Не знаю. Надо накрыть будет, да? Ну, типа этот сказал, покрывалом туда-сюда. У меня руки, блин, даже машинку открыть не могут. Это капец. На работе устаешь? Вот что, вот, знаете, люди, блин, я люблю животных. Ну, вот, знаете, что-то я пожалела, что этих гаденышек завела, блин. Грязь разводят, везде это переваляется. Еда ихняя везде рассыпанная. Ужас, короче. А ты, девчонка, не пьешь? Вася, не хочешь? Иду за пивом, я просто в холодильник положила еду. Сейчас допьем, я кран. Угу. Это на помойку? Ну да. И вот это поддон? Квартира не нужна? Ну, нет. Тебе нужна? Нет. Так быстро подключилась? Я воду еще не подключил. Надо подмести, Кость. Смейте. И орут еще. Это еще ладно. Вы еще так слышите их, что они типа паиньки. А так они целыми днями орут. Смотрите, что они делают. Новый стол. Посмотрите, что они, во что они вообще его, ну, посмотрите, что с полом. И посрать. Ремонт, не ремонт. Они везде грязь. Хоть на ремонт, хоть, блядь, пол сделайте, знаете, золотой. Грязь все равно будет. Вот такие покупки мои хорошие. Сейчас покажу еще раз вам. Подойду еще к покупочкам. Кость, вот здесь смейте аккуратно. Слышишь? Надо этот высыпать. Угу. Это я овощи купила в магните уже.
Я была в светофоре, в магните, там перчики взяла, лучок, морковку. Буду тушить рыбку в томатном соке. Ну, конечно, давайте подытожим, что я взяла. Это в магните я взяла по-карельски. Фунчуза по-карельски. Взяла салатика покушать. Вот такого. Салат слоеный, копченый из курицы взяла. И морковку по-карельски взяла кушать. Вот такой. На 84 рубля. 562 грамма. Морковку надо кушать. Кушайте, мои хорошие. Люблю морковку по-карельски. Классно. У меня даже Костя тоже любит морковку. Фарша взяла. Рожки по-флотски сделать. Вот. И овощи взяла в магните. Вот они лежат. Я в холодильник их ложить не буду. Они не влезут. Ну, вообще можно затолкать, но не влезут. И пиво. А светофорий, давайте еще раз повторим. Светофорий я взяла вот такой кусок сыра. Вот. 208 рублей 50 копеек. 632 грамма вышло. Вот, сливочный молодой желтенький такой. Это для макарон. Сыпать макароны, там запеканки делать всякие. И российский взяла. На 100. Тот на 200 вышел, да? А этот на 197. Ну, тоже на 200. Тоже на 200. Тоже 642 грамма. О, какие хорошие сыр. В магните было бы дороже. Классный сыр. У меня Костя, ты любишь макароны по-флотски? А сыром любишь сыпать? И вот это я взяла. Смотрите, салфетки. Приправы. Приправы надо на кухню отнести. Давайте с вами отнесем. Это для супа. Для всего. Отнесем приправы. Универсальные. Туда-сюда. Сейчас я потом камеру выключу и это все уберу, конечно. Пойду салфетки сюда еще принесу. Что-нибудь там на диване валяться. Это так быстро машинка подключается? А? Что за функа? А ты что, уже ее подключил? Вот салфетки вытираться. Туда-сюда. Так. Универсальная приправа. Это и в суп добавлять, и в рыбу можно добавить, да, Кость? В рыбу думаешь добавить? Только не переборщить, чтобы не перебить вкус. Вроде наорала на попугаев, замолчали. Ну вот, светофорий взяла, видите, как выгодно. 180 дисков ватных. В магните такого нету. В магните есть, только дорого. И 500 вот таких штук я взяла. И все это вместе вышло на 80 рублей. Это выгодно, да, Кость? 500 штук за 44 рубля, Кость. Это, ну, знаете, да, девчонкам там макияж, там в ушах поковыряться, там, ну, детям, у кого дети, носики, ушки чистить. Там, я не знаю. Странная упаковка, конечно. Измазанная, что ли. Или что это такое вообще? Не знаю, что это такое. Надеюсь, что это не... Хочу положить ватные диски. Вот такая упаковка. Выгодно. 80 рублей у меня вышло, а в магните дороже. Так-то никакого там выбора больше нету. Ну и вот такие штучки. Офигеть. Вот это 900 грамм в коробочке. 113 рублей вот это стоит в светофоре. И вот. Вот такие кексики со сгущенкой. Вареные, вот.
Как вкусно, какие они. Это по... А вот это по килограмму. Это по килограмму. Ну вот и все покупки. Вот и все покупки. Это зажаристое, а это вот такое бледненькое. Ну, сейчас Костя на работу будет кушать. Сейчас я уберу это на место. Камеру выключу. Одной рукой тяжело будет убирать. Ну и сыр. Вот. Два кусища. Кость, а ты представляешь, два куска сыра получилось килограмм. Килограмм 200 получилось. Они по 632 грамма, прикинь. Да. Да. Тебе свет не надо включить? Погода в Анапе плюс 22 градуса. Делаем подписки, ставим лайки, наблюдаем за моей жизнью. А ты воду уже выключил? Да, конечно, вот. Ну ладно. Воду, я хотела это, помыться. Как вам диван? Пишите. Ты, блядь, молодец, конечно. Ну и что, я просто кран, блядь, проверила. Ну ты мне давление спустила, вся вода сюда полилась. Кран проверила. Ничего страшного. Тебе тряпку принести вытереть? Ну? Ты уже все, скоро ее подключишь? Да, все. Так давай стирку забросим. Порошок, чтобы этот от масла заводского, да? Вот, мои хорошие, покупали мы порошок. 199 рублей, 200 рублей вот такой порошочек стоит, да? Первый запуск. От заводской. Сейчас я возьму ножницы, открою, покажу им. Одной рукой тяжко. Штатив мы найти не можем. Еще раз повторяю, я не знаю, куда он делся. Бардаке. Костя вон что-то делает. Я что-то открываю. В общем, была я сегодня в светофоре. В светофоре была и в магните. Там вода что-то стоит у тебя в трубе. Вот так, мои хорошие, сидим, пьем пиво. Завтра на работу, да, Костенька? Понедельник, день тяжелый. Вот и выходные пролетели. Еще там осталось. Еще вот чуть-чуть отдохнешь дома, и все, и уже утром на работу. Да, одной рукой тяжело достать. Порошок. Блядь. Все. Ладно, прощаюсь.